Тем временем число детей, заболевших корью в Килийском районе, достигло 71. По одному ребенку в Килие и Васильевке и 69 детей в селе Шевченково. 6 детей госпитализированы, 3 из них проходят лечение в Одессе. 3 под наблюдением в инфекционном отделении Килийской больницы. С начала недели в Килийской объединенной территориальной громаде введен карантин. Занятия в школах приостановлены. В основном они проходят лечение амбулаторно дома, поскольку, слава богу, как я уже сказал, течение болезни в основном легкое. Поэтому у нас госпитализировано 6 детей, которые находятся в тяжелом состоянии. 3 из них в областной детской больнице и 3 у нас в инфекционном отделении в Килие. Остальные находятся под наблюдением врачей, в постоянном контакте, но проходят лечение амбулаторно. Среди заболевших пока не зафиксировано случаев заболевания взрослых.